Thank you.
Их ведь не разорвал на части Минотавр. Трупы сюда принесли?
знаешь о гигантском медведе, которого я прикончил одной веткой оливы? О, правда? А, жаль, шкуру выбросили. Она настолько огромная, что укрыла бы нас двоих. А, вернемся к работе. Узнать планы Афинин не так-то просто, спартанец. Тебе нужна моя помощь? В чем разница между собакой и Афининином? Не знаю. Собака нападет на убийцу хозяина. Афинине побегут от него со всех ног. Нам нужно лишь убить афинского командира. Так ты хочешь, чтобы я убил афинского командира? Все так. Я помогу. Прошу, сделай это. Можешь предоставить это мне. Самый мион, что упоминается в записке об арене.
Хайре, я могу чем-то помочь? Я выслеживала пиратского капитана по всей Греции. И вот его корабль разбился. А капитан и его счастливая монета утонули. Не такая она счастливая. Монета. Я хочу ее достать. Но там повсюду акулы. Если бы не они, я бы рискнула нырнуть. Но сейчас... Я должен убить всех акул. Да. Нужно убить их всех. Возьмешься? Я справлюсь. Вот, спасибо. Хайре. А, это ты? Удалось его убить? Он уже мертв. Спарта довольна тобой. Это тебе. Мне нужны такие люди, как ты. Присоединишься ко мне? Странствуя с тобой по морям, я мог бы собрать намного больше сведений. Ладно, я в деле.
Легкое на... Ты дорого стоишь, а ну, и больше не будешь мне мешать. Мне нужно...
тебе, я снова свободен! Thank you.
Хайре, тебе чем-нибудь помочь? Рядом живет ведьма, которая хорошо заплатит за мои излишки мандрагоры. Выгодная сделка. Да, но я боюсь волков, которые рыскают у ее дома. Впрочем, я и ведьм боюсь, если уж на то пошло. Ты доверяешь доставку мне? Таков мой замысел, да. Я берусь. За мной должок. Мне пора идти. Уже знаешь, нам дадут время отдохнуть. Битвы проходят тяжело. Может, я смогу помочь? Мы получили весть, что группа спартанцев приближается к лагерю. Тебе предстоит дать им отпор? Нам приказано держать позиции любой ценой. Мы не можем к ним выйти, а я ненавижу ждать. Дай угадаю. Хочешь отправить всех спартанцев к Аиду? Да, верно. Ты возьмешься? Можешь больше не волноваться. Я уже все уладил. Ты настоящий боец, Мисти. Вот твоя награда. Это моя работа. Не стоит здесь оставаться.
Я прерву твои мучения. Это же Скура. Это от одного мужчины. О, то, что нужно. Это тебе за труды, Мистий. Ты здесь долго не продержишься.
А тот он. Варнава рассказывал об арене. Нужно сходить туда. Василис, повелитель арены. Хвастун из Спарты. Но хвастается он не зря. Клавдий, царь разбойников. Он хитер. Обман его ремесло. Титий Афинская гора. Опытный воин. Его стоит бояться. Василис, повелитель арены. Хвастун из Спарты. Но хвастается он не зря. Белос, спартанский зверь. Пожирает врагов. Он сама смерть. Иванта, охотница. Прижми ее к стенке, и она ударит сбоку. Ugh.